Сегодня нас с вами ждет очень сложное испытание, во время которого нужно быть безумно ловким. Давай проверим и твою ловкость, призрак. Успевай поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Ох, опять какая-то фигня по телевизору идет. Ничего интересного, блин. И погода сегодня такая жаркая. Плюс 30 градусов, дома сидеть вообще невыносимо. Ах, и чем бы, блин, заняться сегодня таким? Я даже не знаю, может быть, съездить в город? Кому-нибудь к Фрэнки или к Майку? Ах, они, наверное, заняты, как всегда. О, кстати, есть одна небольшая идейка. Там, говорят, в центре города появилась какая-то новая достопримечательность. А сегодня по новостям передавали что-то подобное. Интересно было бы добраться до туда и посмотреть, что же за достопримечательность такую показывают по ТВ. Я думаю, будет даже, наверное, очень круто. Ох, и тачка как раз у нас без крыши. Хорошенько обдует такую-то погоду, это прям то, что нужно. О, ребят, всем привет! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами отправляемся в центр города для того, чтобы посмотреть на новую достопримечательность. Да, как я уже сказал, по новостям передавали о том, что в городе появилось что-то интересненькое, и Тревор наш уже решил туда съездить, посмотреть, о чем речь, что же там такого крутого. Короче, ребята, с вас, как всегда, я попрошу лишь самое малое, это поставить лайкос, а он меня очень сильно, ребят, мотивирует. Ваши лайки действительно помогают мне снимать ролики, поэтому, ребята, призраки, не забывайте их ставить. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в семью призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. И, кстати, я и Тревор желаем всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или попивает чайчик. Рассказывайте, как у вас там дела и чем вы занимались в последнее время, в какие игры там играете, быть может, или что-нибудь еще интересного, ребята, может, расскажете в комментариях. Пишите, короче, обо всем я обязательно прочитаю и отвечу вам. Интересно, блин, что у нас там такого нового находится? Ну ладно, сейчас уже сможем, ребят, заценить, посмотреть на это дело. Как я сказал, главное добраться до многоэтажек, у которых мы с вами уже практически находимся. Бежаем вот так, какой-то чувак прям тут посередине дороги, нифига себе прет. Дружище, тебе немного дороги, блин. 3 полосы всего лишь и прям по центру едет. Так, братан, извини, дай проехать. Только я пока понять не могу, куда мне нужно ехать, какая тут достопримечательность у нас появилась. Ну-ка, погоди, взгляни-ка наверх. Ну нифига себе, это что у нас, мост какой-то между двумя зданиями? А что он там делает, блин? Окей. Так, мне кажется, как будто он прозрачный, что ли. Или что это? Так, интересно. Там, кстати, наверное, так ветерок обдувает. Не так жарко, как здесь снизу. Так, только придумать бы, как сейчас туда забраться. А, по сути, вот он прикреплен к этому зданию. Значит, нужно как-то войти внутрь и пролезть наверх, на крышу. О, или другой вариант. Можно вообще никуда не залазить, а просто закарабкаться на это здание и украсть частный вертолет. Вот это, по-моему, по-нашему, блин. Так, тачку оставим где-нибудь здесь. Вот так, отлично. Все, парни, извиняюсь, а с вами погнали за вертиком. Надеюсь, владелец этого вертолета не будет против, что я его угнал. Так, пташка, иди сюда, сейчас мы с тобой полетим. А пролетит, в принципе, недолго, что оставлю его просто на том здании. По сути, соседнее здание, я думаю, что найдет, не потеряет, чем. Все, взлетаем, вот так, отлично, что у нас там? Действительно, смотри, мост какой-то просто... прозрачный, блин. От него так бликует, он так блестит. Это что, стеклянный мост, что ли? Я там вон и людей, по-моему, вижу. Чего, блин? Так, окей, это реально интересно. Давай сейчас посадим вертик где-нибудь вот там, с той стороны. Там есть вообще место для вертика, нет? Ну так-то взлетно-посадочная полоса есть, по сути. Давай вот так вот сюда. Хорошо. Главное, мост не задеть, а то, мне кажется, если я врежусь в него на вертолете, мне кажется, он развалится нафиг. Он же все-таки стеклянный. Хотя, наверное, прочное стекло там, чем? Я думаю. Так, все, вертик, спасибо, ты больше мне не понадобишься. Выходим и погнали наверх смотреть на этот мост. Блин, офигеть, Тревор, ты экстремал настоящий. Что ты тут вообще забыл? Капец, как высоко. О, блин, не-не-не-не-не, что-то мне страшно как-то туда идти, если честно. Я на него реально вступать, что ли, надо? Давай, аккуратненько пошли. Капец, смотри, как просто Тревору страшно. Он аж... просто как скукожился, просто как идет неуклюже. Я думаю, что главное не смотреть сейчас вниз, потому что это капец как жутко. Какие-то трещины, блин.
Я надеюсь, что они не развалятся сейчас и не отправят нас просто вниз. Мистер полицейский, блин, вы как тут вообще, смотрите, как вы охраняете это место? Это же вообще жесть какая-то. Так давай, давай аккуратненько проходим, проходим. Тут еще пару людей, офигеть, блин. Как они вообще тут могут находиться? Это ж капец как страшно. Так давай быстрее, давай быстрее. Трэр, побежали быстрее вперед. Давай вот так вот. Тут еще люди. Бинокль смотрит, стоит. Просто сидит, отдыхает. Да ну нафиг. Я что, один такой трус, что ли? Так, ну главное сейчас добежать до вот этой стороны хотя бы. Здесь попробовать как там, не знаю, сесть. Да, смотри, все. Мы прошли. Слушай, сейчас не так уже и страшно, если честно. А он вообще ломается? Как бы мне интересно. Смотри, да не, он не ломается, кстати. О, он прочный. Че, серьезно? Так, а если сейчас мы его дубинкой? На, блин. Че? Не, не ломается. А если с пистолета просто вот так вот пострелять? Че, не ломается? Серьезно? Чего? Эй! Ап, тихо, блин! Че нафиг? Как сломалось? Ого, ребят! Походу, и здесь тоже обломилось. Походу, ребят, у нас все-таки есть небольшие проблемы. Мост все-таки может обломиться. Тревор снова начал хромать. Ха-ха-ха, блин. Да ладно тебе, не бойся ты. Вам что, реально тут не страшно сидеть? Она же просто обламывается, если с разбега на нее набежать. Капец, блин. А если по полу стрельнуть, мне сейчас интересно. Вот просто сюда вот под нее стрельнуть. Че, нормально, реально? Так, а с дробовичка тоже, смотри, не ломается. Как так-то вообще? Оп, а вот так ломается. Снизу он все-таки будет покрепче, чем по бокам получается, блин. Но мы все равно ее сбросили. Ха-ха-ха, да, получилось. Получилось одного чела просто, ребята, вниз мы с вами катапультировали. А у нас-то есть парашют. Вот так вот на такие задания всегда беру с собой парочку парашютов. А если вот так вот просто, смотри. Сейчас сломаем с вами стену, во-во. Отлично. И... смотри, скинули просто. А, зацепилась и полетела все равно. Вон. Прощай, яй-яй-яй-яй, блин. Ох, не повезло, ребята. А мы с вами все сверху, смотри, мы просто скидываем отсюда людей. Блин. Не хотите ли вы отправиться вниз, а? Или хотите все-таки тут стоять, охранять это место? О, хорошо. Да, блин, получай. Блин, нифига он проскользил. И тоже полетел просто вниз. Офигеть, дружище, а ты что, не боишься, что ли? На, вот так тебе. Стоит, так. О, тихо, на тебе. Полетел, я сказал полетел. Вот так, хорошо, тихо-тихо. Ребят, тут упасть просто очень легко. Не туда шаг сделал и все, полетел. Все, мы от всех избавились, ребят. Теперь можно что-нибудь здесь попробовать поделать еще. А сможет ли этот мост выдержать мотоцикл? Вот такой здоровый, настоящий мужской, блин, байк с такими глазами спереди, ребята, черепом. Ну что, Тревор, ты готов? Интересно, ломается ли мост реально? Так, заезжаем. Тихо, прям страшновато становится. Ух ты, блин, нифига ломается. Ай, что это такое? Сломался. Реально, блин. Походу, надо проскакивать как можно быстрее. Ну, давай попробуем. Сейчас мост, походу, есть разлетится. Так, вперед! Давай, погнали! Вот так, хорошо! Так, едем! Нет! Ай, застрял, блин! А байк где? Где байк? Где байк? Он что, там, что ли, остался сверху? Я не верю. Байк, ты где? Стопудово снизу уже должен где-то быть. И это, блин, все намного сложнее, чем я думал, если честно. Давай еще раз попробуем. Тревор, гони. Гони вперед. Вот так, хорошо. Хорошо. Держим руль. Вот сюда, давай, 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 вперед, отлично, пролетели, блин, да ну нафиг, это что было, что там с мостом, вот что там просто с мостом сейчас, мне интересно, больше по нему точно никто не походит, он вообще почти полностью, ребят, разнесен сейчас, офигеть, и чё, все, мы убили новую достопримечательность города, а они что ли тоже ломаются по бокам эти штуки, да ну нафиг, я не верю. Так, сейчас вертик, блин, заденет еще мост. Ты куда летишь-то так? Ладно, окей, спокойненько. Пробегаем, блин. Тихо, поломанный с той стороны. Ты чё? Как ты ломаешься-то вообще так? Ага. Куда ракета полетела? Куда она полетела? Так, а если еще раз стрельну? Чё, ломается забор? Слушай, по-моему, не ломается. Но зато стекло ломается вообще на изи. Но, блин! Она рикошетит от него. Ребят, вы поняли? Она рикошетит. Это как, блин? О, я впервые вообще об этом узнал. Вот это интересно. А что будет с гранатой, если просто закину? Ха-ха, тоже разбивает. Да, можно гранатами разбивать это. На, блин, вот так тебе. Получай. Ха-ха-ха, блин. О, вот это прикол на самом-то деле. А дымовой шашкой тоже можно? Да, просто все пробивает. На самом деле забор этот. А вот этот, этот не пробивается, кстати. Нет, этот вообще прочный. Его только, походу, при помощи того мотоцикла можно разломать. Видимо, не судьба.
А миниганчик? А миниганчик вообще пофиг, он ничего пробить не может. Это очень странно, то, что пробивает все, что такое, типа, гранат, РПГ и прочего, но не могут пробить обычные пушки, которые стреляют патронами. Обычными. А, блин, все-таки упал опять. Ну что ж, ребят, давайте на этом с вами будем заканчивать. Посмотрели сегодня вот на такой прикольный мост в GTA 5, на новую достопримечательность Лос-Сантоса. Ставь лайкос, если бы прогулялся по этому мосту, да, если бы не сосал и просто взял и прогулялся. Конечно же, не забудь также подписаться на канал, чтобы вступить в семью призраков, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Я желаю вам всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!